приветствует московский транспорт. Автобус следует по маршруту номер С-806 до остановки улица Академика Миллиончикова. Следующая остановка – платформа Нагатинская. Приятной поездки. Платформа Нагатинская. Следующая остановка – Нижние Котлы. Следующая остановка – Хлебозаводский проезд. Хлебозаводский проезд. Следующая остановка – библиотека имени Льва Толстого.
Библиотека имени Льва Толстого. Следующая остановка – поликлиника. Поликлиника. Следующая остановка – поселок строителей. Я еду так же, ухожу на 20 лет. А ты на какой? Поселок строителей. Здесь поселок строителей. Я не знала.
да. Следующая остановка – гостиница онкоцентра. По требованию. Гостиница онкоцентра. По требованию. Следующая остановка – онкологический центр. По требованию. Онкологический центр. По требованию. Следующая остановка – метро Каширская. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай. Сообщайте водителю.
задние парты. До первого отделения стали так работать. И нам пришлось метро Каширская. Следующая остановка – метро Каширская. Thank you.
метро Каширская. Следующая остановка – онкологический центр. Автобус следует до остановки улица Академика Миллионщикова. Онкологический центр. Следующая остановка – гостиница «Онкоцентра». Автобус следует до остановки улица Академика Миллионщикова. На этом участке не пойдешь. Знаешь, когда ты едешь, он дальше не будет. Гостиница «Онкоцентра». Следующая остановка – детская поликлиника. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Я не буду, но я что-то не буду. Что-то смотрю.
Следующая остановка – электромеханический колледж. Во время поездки держитесь за поручни. Электромеханический колледж. Следующая остановка – улица Академика Миллионщикова, дом 23. Улица Академика Миллионщикова, дом 23. Следующая остановка – улица Академика Миллионщикова, дом 13. Улица Академика Миллионщикова, дом 13. Следующая остановка – филиал больницы имени Юдина.
филиал больницы имени Юдина. Следующая остановка – улица Академика Миллионщикова. Академика Миллионщикова.